Виновницы ДТП в Белоярском, в результате которого пострадали две девушки, сегодня избрали меру пресечения. На время следствия ее отправили в СИЗО. Авария, напомню, произошла в ночь с пятницы на субботу. Женщина, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сбила группу подростков, после чего скрылась с места ДТП, но уже через несколько минут вернулась, переехала одну из девушек и снова уехала. Следователи квалифицировали эти действия как покушение на убийство. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Виновнице грозит лишение свободы. Пострадавшие сейчас находятся в реанимации. У девушек серьезные травмы.